Привет, ребята! И давайте сейчас разберемся, как подключить проходной выключатель. И для того, чтобы его подключить, надо понимать принцип его работы. По факту, проходной выключатель не является выключателем, он является переключателем. В зависимости от положения, у нас включается, как видим на схеме сзади выключателя, включается или номер 6, или номер 3. То есть он переключает фазу с одного на один, с одного провода на другой. Давайте сейчас подключим один выключатель, и будет наглядно видно, как он работает. Для этого мне понадобятся две лампочки, наш выключатель, то есть переключатель, вилка с проводами, ну и, соответственно, розетка. Давайте подключим. Смотрите, ребята, выключатель этот ничего не включает, он просто переключает фазу с одной лампочки на другую. Такая дискотека. Соответственно, давайте сейчас соберем полную цепь с двумя проходными выключателями и посмотрим, как это все работает. На самом деле это все очень просто. Смотрите, напоминаю, выключатель сюда прерывает фазу. Пусть вот этот выключатель будет у нас первый. Сюда подводим фазу 0, идет на прибор осветительный. Берем второй выключатель. Подключаем фазу, которая будет выходить из второго выключателя. И подключаем второй. Следующее. Часто всего сталкиваются именно с этой проблемой. Как подключить их между собой, чтобы это все работало? Напоминаю, это переключатель. То есть, когда здесь выключатель в положении А, в шестом, ток, фаза идет со второго на шестой и заходит в шестой. Если здесь, в этом же положении А, он, ну, выключатель включен точно так же, соответственно, у нас все работает. Если его здесь переключить, он перестанет работать. Или здесь. Давайте сейчас это все перевернем, подключим к сети и проверим, как это все работает. Это у нас первый выключатель. Включаем. Это у нас второй выключатель. Выключаем свет. Итак, смотрим. Фаза у нас здесь заходит. Здесь ее нет. Значит, выключатель сейчас в положении, которое замыкает вот этот вот провод. Вот смотрите, здесь она, здесь заходит, а здесь выходит. Цепь у нас получается замкнута по вот этому проводу. Переключая вот этот выключатель в другое положение, на этом проводе у нас 220 есть, а на этом уже нет. Оно у нас разомкнулось на этом выключателе. Если мы
переведем первый выключатель в другое положение, фаза будет уже на этом проводе. И, соответственно, свет у нас будет гореть, светиться. Так что, ребята, все просто, если понимать, как эта штука работает. Ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. И я надеюсь, что после этого видео у вас не возникнет никаких проблем с подключением проходного выключателя. Всем пока!